Сегодня же в Чебоксарах начала работу 9-я межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов». Этот медицинский форум проходит в нашем центре травматологии ежегодно и всегда собирает много участников. 8 лет Центр травматологии и эндопротезирования оказывает высокотехнологичную помощь по своему профилю не только жителям Чувашии, но и пациентам из других регионов и даже стран. За это время врачам центра удалось завоевать высокий авторитет в медицинской среде. Это доказывает и состав традиционной научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндопротезирования». В этот раз в Чебоксары, помимо именитых российских хирургов, травматологов и ортопедов, приехали признанные светила из Швейцарии и Германии. Приветствую участников форума глава Чувашии отметил, в свое время республика сделала ставку на инновации в области здравоохранения и не прогадала. Если взять 10 лет назад, 1000 жителей только могли воспользоваться высокотехнологичной медициной, сегодня практически эти показатели увеличились в 10 раз. По разным направлениям практически, включая операции на сердце, и по онкологии, и по остальным. Но и дальше это тоже будем развивать. Что касается Чебоксарского центра ортопедии, по оценкам Минздрава России и самих пациентов, он один из лучших в стране.